Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Стикман против зомби. 13 гранат? Вот это я понимаю. Так, улучшение. Биту? Или меч? Или когти? Давай когти. О, отлично. Ну что, режим истории. Сейчас опять поедем, помчимся. Горящий город. Да, именно здесь мы остановились. Поехали. Так, нужно сейчас доехать. Конечно. Получается, четвертая миссия, что ли, у нас? Ой-ой-ой-ой. Тетракил. Я тут погром устроил. Вау, 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 вау. Шикарно. Так, ну что, прибыли, по ходу дела. Ну а теперь самое интересное. Забираем с тобой награды. Бита. Да и сюда. Улучшение, но улучшения у нас вряд ли, конечно, есть какие-нибудь. Побежал я. Какой... Подожди. Какой ран? Ой-ой-ой-ой. Быстрее, 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 быстрее. Куда тут дальше-то? Так, подожди, а? Да ты серьезно, что ли? Куда там идти дальше-то, я даже не знаю. А что я должен был сделать? Давай, зададим жару. Ну вот, я подлетаю, и что? Куда? Сюда, что ли, бежать? Наконец-то. Так, подожди, подожди, монетки-то надо забрать. Меч. Ну, меч, в принципе, тоже пригодится. Что мы тут можем улучшить? Можно меч. Давай меч. Окей, погнал я, короче, дальше. Разбитый мотоцикл. Где зомби? Тут еще и огнеметы стоят, прикинь. Хорошо, они тут устроились. Ладно. Вот они, идут уже охламоны здесь. Ружбайку. Я не могу понять, почему стреляет. До этого не стрелял. Дай пистолет лучше. Это фигня какая-то. Готовы. Так, я видел, здесь вроде бы где-то ползал зомбарик. Вон он. Куда ты прыгаешь-то? Иди сюда ко мне. Ох, ё-моё, как я тут. Ну что ты там? Это блевун, да-да. Ладно, гранаты пока есть, но туда надо перепрыгивать, получается, так? Ага. Кстати, я вот здесь вот видел воздушный поток. Он же там не просто так, наверное, сделан. Эх, наверх не запрыгнуть. Бомби, бомби, бомби их всех тут. Куда разогнался он? Прыгает. Так, посмотрим. Ты хмырь, а? Да, многовато вас тут, ребята, собралось. Особенно эти каменные, бесявые. Каменные зомби. Смотри, сколько ты видел внизу. Наверх мне не попасть. Так, здесь уже появляются и эти зомби, которые...
Ух, а где оружие мне найти? Зоровский. Где-то надо найти оружие. Так, чудик. На, блин, он убежал, а. Во, 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 сейчас взорвем. Иди сюда, толстяк. Ну, блин, дайте мне хоть какое-нибудь оружие-то. Периодически появлялось, а сейчас вообще его здесь нет. Опа, меч. Ну вот, и дробовик. Меч и дробовик. Иди сюда, тупоголовый зомби. Готов. Камон. Так, а ты-то что не спрыгиваешь? Запинал. Так, они где-то здесь. О! Отлично. Сколько еще их? Двое. Два зомби осталось тут всего лишь. Два зомби. Так, вот и когти. Последний зомби, покажите, где он. С этой стороны. Внизу. Как он там? Как он там оказался-то? Вот он. Ну что, теперь нам надо просто-напросто отсюда сваливать. Желательно быстрее. Так, ну что, заберем пиньяту. И переходим на следующую. Ой, ё-моё. Кого они там бьют-то? Ух, огнемет. А где он? Непонятно. Походу дела, его уже завалили. Так, берем УЗИ. И погнали. Уходим отсюда. Есть. Пинай, 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 пинай его. Ну, пока все хорошо. Единственное, что мало здоровья. Вот это, конечно, не радует. И зомбарей еще целая куча. Погоди секундочку. Опа, опа. Да куда же ты прешь-то, а? Минус. Минус. Точно, ребята, вот он был. Был здесь, но его убили. Пускай они идут сюда. И сгорают. Прыгать они, наверное, сюда ко мне не будут. Ой-ой-ой, а этому пофиг на огонь, вот что. Этому огненному зомби по барабану на огонь, оказывается. Плохо. Так, бомби. Иди сюда, я тебе сейчас помахаю кулачками, там машет мне. Мне нужно новое оружие. Есть, вижу. Да ты. Даже ты скаканул, да, прям на огонь. Сколько их еще? Еще двое осталось.
Так, и последний. Все, уходим. Окей. Забираем награды. Ударная волна. Ремень будет срабатывать каждый раз, когда вы атакованы. Что-то новенькое. Ударно-волновой пояс. Ого. Ну что, проверим. Что это за пояс такой ударно? Слушай, мне кажется, здесь можно пройти. Нет, нельзя. Хорошо, а где тогда можно? Хм, рычаги. Там делать нечего. Открыли. Подожди секунду. Да ёк-макарёк. Сейчас, подожди. Да как так-то? Блин. Зомби, смотри, почему там огонь не работает? Ну-ка. А, вот оно как. Просто зажарили. Шикарно. А ведь сюда же как-то можно попасть. Так, ящик. Я, кажется, понял. Ну-ка. А, отлично. Звезда получена. Блин, я не хочу туда спрыгивать, а походу придется, да? Да, придется. Смотри, сколько там. Да уходи ты. О, жесть. Им по барабану. Так, секундочку. Я хочу подобрать меч. Не дадут. Не дадут они мне его подобрать. Попробуем так. Откуда ты взялся еще, а? Блевун несчастный. Так, ушатал. Ну, запинали. Так, что бы мне тут сделать? Как этот там ходит? Непонятно. Лови подарочек. Узи. Вот это я понимаю. Да ну. Ать, кончилось. Ох, сейчас я добегаюсь. Так, гранатомет врубаем. Ой, твою налево, куда же я упал-то? Да ты меч вруби, блин. Так, давай. Уходим. Пока не поздно. Броник. Ух, живем пока. Но это пока. Сколько их еще? Блин, их еще дофигища тут будет. Ну, еще разок. Слушай, вообще-то нам бы поэкономить на самом-то деле. Вдруг тут... Биту внизу. Попробую ее подобрать. Так, иди сюда, зомбарик. Отлично.
уходим. Блевуны, как вы достали, а? Еще 4 зомби. Последний, все. Подожди, нет, не все. Внизу показано. Есть. Так, ладушки. Сколько нам еще там уровней? 5 осталось пройти. Бронежилетик пока нормально. Блин, ран. Так, ты будешь бежать или в плане ты не запрыгиваешь? Эй! Ребят, я не знаю, что происходит, но он не хочет запрыгивать. Да ты запрыгивай, придурок, а? Ребят, ну вот как вот тут можно, а? Давай быстрее, беги, беги, беги. Там звезда, да фиг с ней, с этой звездой. Просто какое-то издевательство, а? То прыгать, то не прыгать, не поймешь. Есть. Фух. Неужели все? Спасибочки. Подожди, а как мне ящик-то открыть? Так, я лучше, наверное, возьму меч. Улучшение. Ну что тут улучшить? Гранату можно. Ударно-волновой пояс. Я так и не понял, что он делает, если честно. Побежали. Опять кому-то нужна помощь. Вижу. Трипл килл. Пожалуйста, прогони их. Это будет сложно. Но выбора у нас нету. Ах, вот оно что. Здесь воздушный поток есть. Мне бы не хотелось, чтобы это все Шарага пришла сюда, ко мне. Она ведь придет. Там бита вдалеке. Слушай, как вариант пойти самому с ними разобраться? Секешь, о чем я? Попробуем сейчас вот так вот сделать. А что у нас наверху? О-о-о, наверху-то там тоже зомбарики, оказывается. Винтовка. Сейчас попробуем вот здесь вот. Блин, ну как-то сделать. Круто. Это целый. Пока целенький и нездоровенький. И невредименький, точнее, целенький и невредименький. Сейчас попробуем здесь пройти. Вот они где. Супостаты. Так, еще выстрел. Минус. Этого накумарили. Еще 20. 20 зомби здесь осталось. Надо вот этот рычаг, кстати, нажать. И это мы открыли. На. Так, дабл килл. Это
Это что тут за жаровня? Так, а этим-то по барабану на это все, да? Где-то нужно взять оружие. Ой-ой-ой-ой-ой. А где ты тут возьмешь оружие? Скажи-ка мне на милость. Блин, они, кстати, идут. На, на, получи. Когти. Вот это я понимаю. Сейчас можно с ними, в принципе, и разобраться. Вот здесь вот встанем поближе. Или что тут? Блин, да как с ними разобраться-то? Во-во-во-во-во, вот таким вот образом. Очень даже неплохо. Ой-ой-ой-ой, зачем ты туда упал? Ставим. Пускай турелька поработает на нас. Чутка. Пять зомби всего лишь осталось. Это немного. Еще два. Иди сюда, зомби. Куда же ты ушел-то, а? Тут еще одна турель. А я сюда ее влеплю, да и все. Да что ты будешь делать-то? Последний. Наверху показывает. Я вижу, вижу, вон там. Ах ты ушлепок. Все, друзья мои, мы прошли. Теперь можно подойти к спасенному. Это пожарник, по ходу дела, да? И сваливаем отсюда. У нас, кстати, одна граната всего осталась. Ох, ё! Зашибись. Тут тупик, я думаю, чему не бежит-то? Теперь еще сюда? Это что за жесть, а? Как тебе такой расклад? А это босс, оказывается. Это уровень с боссом. Зашибись, а у меня хп уже нету. Пистолет выкинул, блин. Зачем-то? Так, нужен босс. Нужен босс. Ну где он там бегает-то? Вот ищи теперь его. Вон он. Ой, тут тупик. Тикай отсюда. Мне кажется, здесь я сфейлюсь. Так, ищем Басяцкого. Он опять где-то наверху получается, да? Да, он наверху шуркается. Как мне его сюда вот? Опа, нифига себе. Звездочка-то где, оказывается, была?
Блин, как так надо к нему попадать? Вот он где. Так, хорошо. Допустим. Так, берем гранатомет. Молодец. А вот и босс. А вот и босс. Все, крышка мне сейчас. Трындец. Я очень много здоровья потратил именно когда бежал через огонь. Ты понимаешь, да? Так, получить горючее. Увеличить. Тебе нужно 11. Ну что, придется опять рекламу смотреть. Получили? Вся сложность с боссом заключается в том, что он никогда не бывает один. Он всегда с армией. Бомби. Все. Так, сейчас главное пробежаться. Нормально пробежаться. Не влипнуть куда-нибудь. О, броник. Шикарно. Так, улучшение. Слушай, а что если мы, знаешь, что сделаем с тобой? Все заберем. А, двойной урон. Вот что это. Ну что, побежали. Так, здесь у нас получилось отлично. Так, подожди. Давай, давай, прогорайте. Ну, вроде бы как все. А вот и босс. Да куда ты? Ой, дурачок. Ой, дурачок. Дайте мне оружие на... Вот, ну хотя бы так. Где босс? Это ни шиша не босс. Вон он, босс. Иди сюда. Пускай идет ко мне. Ух, куда вы от меня его забрали? Сейчас как накумарит меня. Двойной урон, ребята, двойной урон. Фига себе. Блин, нужно оружие взять какое-нибудь. Так, эта звезда тут собрата, да, получается? Так дело в том, что оружия я не вижу. Есть, наверху там УЗИ, который надо как-то подобрать, блин. Оно исчезло уже, когти. Есть. Фу. Забомбил, друзья мои. Ну что, наградочки. Смотрим дальше. Так, мы вдвоем. Госпиталь какой-то впереди. Так, это что-то интересное. Звуковолновой пояс применили. Здесь прошли. Да, друзья мои, у нас открывается больница. Прокатишься? Конечно. Сейчас спрашиваешь.
Просто апокалипсис, зомби-апокалипсис сделаем. Так-с. Приехали. Уровень первый. Это что такое, стекло, что ли? Точно. Винтовочку. Так, по улучшениям у нас что тут есть? Когти. Давай, наверное, вот это еще улучшим. Испытание. Получить алмазы. Побежал я, короче. Ой. Больничка. Это что такое? Фига себе, зомбарь. Кислотный, что ли, какой-то? Или не пойму я. Лифт. На. Так, вопрос. Зачем тут вот этот ящик? Мне его точно нужно туда тащить? Или все-таки... Или он мне нужен внизу? Вот в чем вопрос. Понял. Так, этот ящик нам нужен, ребята, здесь. Вот мы его сейчас откинем. Успел. Ух, ё! Фига себе, ты понял, что эти зомби делают? Уходить надо от них, если успеешь, конечно, уйти еще. Что не факт. Так, это у нас что, просто воздух, что ли, здесь дует? Смотри, сколько я здесь собралось. Все равно задевает. Блин, оружие, винтовка. Так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Что это у нас? Когти. Ну, с когтями, конечно, будет немножко полегче, но это в ближний бой, опять же. Ох. Так, порубили. Слушай, их уже осталось не так уж много. Нифига ты. Это последнее. Все. А вон там звездочка горит. Вопрос. Как до нее добраться? Только через ящики. Ладно, мы не будем на нее обращать внимания. Побежали дальше. Так, ребят, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.